Друзья, всем привет! Мы снова на YouTube-канале Игрус Легалос. Я надеюсь, что все вы подписаны. Ребят, сегодня мы приехали на одно озеро. Нас привезли сюда наши друзья. На озере мы первый раз. Нам сказали, что здесь очень хороший прозрак. По рыбе ничего не сказали. Сказали, будет для вас сюрпризом. Поэтому мы сегодня будем здесь нырять на глубины. Не знаю какие, я думаю, где-то от 4 до 10 метров. Будем смотреть, что находится на дне. Посмотрим, что за рыба также будет. Надеемся, покажем вам очень красивые кадры с этой рыбалки. Поэтому, ребят, остаемся. Еще раз подписываемся. Все, мы в бой. Погнали. Жесть. Сделал два глубоких нырка до 8 метров по свалу. Вообще пустота, ни одной рыбы. И начал подниматься в конце второго нырка по свалу на мель. И просто смотрю, короче, по сторонам трава. И просто красиво такая спина здоровая стоит. Друзья, смотрите, какая щука. Не знаю, сколько здесь килограмм. Но я думаю, что это очень хорошая щука, ребят. Вот такие крокодилы здесь есть. Все, погнали, ловим дальше. Thank you.
друзья, я надеюсь, вам понравилось и вы кайфанули, какие подводные кадры мы для вас засняли. Мы очень старались, надеюсь, вы за это подпишетесь. Что касается озера, друзья, прозрак на этом месте составлял от 3 до 4 метров. Ребята говорили, что местами даже метров 5, а то и 6. Ну просто рыбу было видно на поднырах от 5 до 6 метров, ну очень далеко. По рыбе Эдгар красавчик. Эдгар настрелял хороших окуней, толстых. И господин Петр, Петька так называемый, тоже не отставал. Петр тоже взял очень крупных, хороших окуней. Друзья, мне повезло чуть меньше. Я взял не так много, как они, но у меня вот такой вот один красивый окунь. Я думаю, грамм 700 каких. Потом мне удалось найти вот такого тоже красивого леща. Я думаю, где-то кило 800, кило 900. Красивый, большой, жирный лещ. И, друзья, конечно же, трофей сегодняшнего дня. Это вот такая вот красавица. Посмотрите. Вот такая вот большая щука. Удалось взять ее на подныре, как я уже говорил. Шел с 6 метров на мель. И вот такая красавица стояла в траве, выискивая жертву, что скушать. Но, к сожалению, она встретила меня. Весов у нас с собой нету. Сколько весит эта красавица, сказать трудно, но держать ее тяжело. Ребят, если у кого-то есть опыт по видео оценивать вес рыбы, вы можете написать в комментарии, сколько такой трофей может весить. Вам будет отдельное спасибо. Ребят, подписываемся на канал, следим за нами. У нас впереди очень много интересного для вас. Остаемся с нами. Нам есть что вам показать. До скорых встреч, друзья. Всем пока.